какой гейзер. Мы все еще в национальном парке. Сегодня 25 июня 2014 года. Это краска для кастрюль. Раньше ее использовали, сейчас уже не используют. Это краска для кастрюль. Не знаю, как ей красили, не догадываюсь даже. Как-то красили. Вот такая краска. Бурлящая. Дальше тоже там бьют гейзеры. Этот, ну, я думаю, мы будем уже возвращаться к машине. Вот. Сын, куда идешь? Никита! А, вот розовый еще. Бурлит розовая краска. Если такое не делает. Все, мы пошли. Матом.